Всем привет! Сегодня с вами буду играть я, Маваха, а также игроки состава по Апексу, Лиге Легенд и Валоранту. Так, ладно, я, пожалуй, закрою картинку. Можно стартовать. Сейчас уже молчать надо. Опа. Первая игра я предатель, вы серьезно? Будем Ленчика рубать, значит. Это не Арти, не Лексус, не... Кто еще был справа? Я задание. Я тоже. Я видел Флати. Да, я видел тоже. Я видел Дримфула. Я шел в управление, сделал квест, пошел в лекарь, там он уже валялся. Я видел трех только. С Артурчиком стоял сверху справа. Я справа был, да. У меня вопрос. Кто сказал вот про тех, кто говорил, что они точно не импостеры? Кого он назвал? Я сказал, это Саня, это и был я. И я сказал, кто точно этот килл не делал, а никто точно не импостер. Где труп нашли? Я в электрике нашел. Ну смотри, кого ты назвал? Саня, плюс кто еще? Я Бел, Лексус, Дефо, Арти, Ленчо. Вот, эти вот точно я помню. Да я был справа, и нас вроде как пришел. Я просто был с флайте в этот момент, и типа остается только Нэтс и Мавах, получается. Да я был в навигации фиолетовым. Мавах там и справа был. А флайте? Я в платье был, он меня зарезал, типа. Я даже тело не видел, я типа пытался что-то починить. Да, то есть по остатку остается у нас Нац и Маваха. Я же говорю, я был в навигации. Я не видел себя. Я Маваху вроде видел. Я вариант задание выполняю. Какое ты задание там? Там от 1 до 10 надо нажать. Ага, кстати, это правда. А Дримпул еще раз где был? Я с флати. Давайте шансы. У меня была загрузка файлов. Так там остается дефо остается. Так я в реакторе выполнял от 1 до 10 задания. Либо надо скипнем лучше, нет? Скипаем или нет? Го скипнем. Скип. Дефо сам бил, сам зарепортил довольно сильно. Да, знаешь так. Надо сейчас Маваху вальнуть. Блин, сейчас нужно по-любому кого-то резать. Сейчас мы лёнчи... Что они пришли все сюда? Так, Лекс... Где был труп? Так. Сейчас, ну где труп, во-первых? А, я зарепортил! Флати и... И еще кто-то, и Лексус шли снизу, и я зарепортил труп вот справа внизу. Они я сверху шел, я видел там Нацца. Значит, это не Лексус, это не Саня, получается. Я с Нацем прошел сверху, я думаю, это Фатя. Ну, я тоже был. В смысле? Лексус, у меня тоже очень есть такой вопрос. Что ты вообще делал за эту катку? Потому что ты просто, ну, ходил рядом, и я не видел, хотя бы один квест. Я хотел с тобой проверял, делаешь ли ты квесты. А, и сам ничего не сделал за катку. Ну, я на первом раунде сделал квесты, но на этом я не делал квесты. Ребят, у меня вопрос. Я сейчас перебью вас. Мы, если сейчас кого-то выкинем, мы увидим то, что он импостер? Нет. А ты что-то квесты делаешь? Я Я просто тебя так, с тобой бегаю. Это может быть Лексус, потому что он на меня очень странно загрелся. Хотя я фиксил. Я в этом навигейшене просто фиксил. Мы сейчас точно должны либо Флати, либо Лексуса воутнуть, а потом мы будем понимать, кто из них вопрос. Я видел в правой части, соответственно, у нас было четверо. Саня, Лексус, Флати и еще я видел Дефа. У меня вопрос. Здесь кто новички вообще? Кроме меня, допустим, Флати. Да как-то очень красиво. Все очень быстро умирают. Лексус мегапро в этой игре. Я за Лексус. Какой вырубает цвет, у какого минимум. Я навигейшн. Так 5 раз надо провести. Я за Лексус вообще буду. Я тоже за Лексус. Просто Флати новичок. Ну что это все равно может быть он. То, что новичок, не значит, что либо поим. Это либо Саня, либо Дефо, потому что шлипка, может быть. Такое. Вы литерали видели, как я шел вниз. Да, налево в кафетерии, где труп был. Эх, труп был внизу справа, дошел, дахал, каши. Все хорошо, мне никто не подозревает. Сейчас я должен по-любому кого-то жахнуть. Кулдаун на килл 15 секунд, я так понимаю.
Желтый и черный были вместе в электрике. Кто нашел в электрике труп, оттуда убегал Саня. Саня, это Саня. Нет, 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 Саня был в управлении. Я раньше потом. Окей. Что электрик кто-то убежал? Я ушел в электрику посмотреть, кто делал свет, потому что он очень долго был выключен. Там стояли Дефо и Дримпул. Я ушел, оставив Дефо и Дримпула вместе, и теперь Дримпул умер. Дримпул умер, значит, это нас или Арчико? Нет, нет, я пришел с управления, и Саня может доказать, потому что я к нему подошел. Да, это правда. Значит, это Дефо. Подошел, и ты селф-репортнул, скорее всего. Я думаю, это ты. И, скорее всего, ты в первом раунде пришел, ну, сансет и сказал, о, а тут трупик лежит. Не-не-не-не-не-не. Ну, это Дефо, скорее всего. Так, ну, уже два волта в Дефо. Подождите, а где Саня был еще раз? Где Саня был? Где? Кто был каждый? Где был в флате, например? Я рассказываю. Я был в кафетерии. Я захожу в электрика, тут убегал Саня, типа, ну. Я вообще не видел, где кто. Кто-то может пошутить, что Саня был, ну, не в электрике? Арти! Да, он был сначала в управлении, потом он убежал вниз. Я его видел, да, я убежал вниз посмотреть, кто в электрике, увидел, что там два чела было, и я ушел, чел. Ты я дошел, ушел, убил, и, ну, ой, и посмотрел. И ты капаешь сейчас. Не-не. А что ты тогда труп не зарепортил, если вас двое оставалось, а я оттуда ушел, и значит, вот, например, секунд 10 меня там не было в электрике, очень а вы вместе оставались. Ну, это может быть Саня тоже. Короче, я на самом деле не уверен, но... Вот. Я за Саню тоже. Понятно, Арти второй импостер, и это, скорее всего, ГГ. Он убил Ленча. Или... Как вы знаете, у нашего состава появился новый партнер — букмекерская компания VulcanBet. Они приготовили подарки всем фанатам Гамбит. Все подробности в закрепленном комментарии. А теперь смотрим видео дальше. Флотти, 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 где ты, флотти? Флотти, флотти. Так, Lexus стоит в O2, я пойду в навигацию, Sunset выбежал в навигацию, Ленчка, навигация Dreampool стоит. Dreampool, зеленый, розовый, коричневый, голубой. Какой ты квест сделал в флоте? Вот это ты нажал, я листочки, короче, гонял налево. И потом бегал за всеми, потому что мне стало страшно. И ты, блин, это ты класнул кнопку или что? Это я нажал. Санечка видел. Я был в самом низу. Саню убили. На щитах. Так, я видел, это не Lexus, это не Sunset. Кого я еще видел? Сани справа вообще не было, по-моему. Лёня еще был справа. Кого ты еще видел Lexus там? Я только тебя и Sunset видел. Sunset 100% красный. Вообще, давай по-русски. Не, вообще один килл был. Мирный. Lexus на самом деле... Я видел, как он делал квест, у меня тикнула полоска. Я думал, что... Lexus, мне кажется, это тупо нажал кнопку, типа, ты мог чела убить, просто скрыть труп, типа, Женя. Не, это не Lexus. Я не мог Lexus, потому что я был все время на виду всех. Я справа с кем-то бегал. Кто со мной бегал справа? Я бегал. Я был на камере. Я справа тоже был. Короче, не Lexus, не Sunset. Остальной... Видел Малаха. Я на камерах, ты видели, камеры работали, они красные были. Я не видел. Я не видел тоже. Ну, я потом уже под конец раунда даже зарепортили. Под конец раунда. А до конца раунда что делал? Я с ним бегал, я же говорю, я с Мавахой. Ну, это с Дефо был, вот Бинки вроде. Маваха с кем бегал? Саня. Дефо был, я увидел пару секунд, ну, секунд 10. И ушел в эту камеру, короче. Короче, что, мы будем кого-то... Давайте Маваху, давайте Маваху. Ну, давай без кого. Боже, это Дримпул, может быть, тоже. Какой раунд топер за кого-то, забейте. Кто вообще слева был? Кто слева был? Кто слева был? Я за Маваху, я за Маваху. Я тоже. Ой, я за Маваху, я за Маваху. Я выбрал на 9. Я за Маваху. Да. Чё, за кого? Что, скип? Не голосуйте, не скипите, не голосуйте, не надо. Маваху, на что идея? Маваху. Охуеть! Киксите Дримпул, он всех режет, он всегда третий импост. Да. Он был со мной. Надо сейчас сансета жахнуть. Yeah.
Че они застакались? Лень, импостер 3 из 4, это вообще. Как вы сделали килл? Мы его маху кикнули. Сейчас становится, он бегает, вы его кикаете. Окей, не знаю, у меня вопрос к Дримпулу и к Флате. А сколько долго вы можете делать квесты в гребаной электричестве? А я не мог попасть, короче. Я не знаю, что я вас жду. Я только сейчас разобрался под конец, как, короче, делать справа щит. Вы понимаете? Я понимаю. Пока вы делали квесты, всех зарезали, чтобы вы понимали. Я понимаю, я начал... Мы втроем там были, ты понимаешь? Я начал вокруг синего бегать, вокруг, потому что я знал, что это он. Он стоит рядом у нас троих, я знаю, что мы втроих. Все, мы закончили? Да? Да. Всем большое спасибо за просмотры, следите за нами, ставьте лайки, подписывайтесь.